Всем здравствуйте. Вот этих рыб мы сегодня ели на обед. Угорь, наверное. Ну, не этих конкретно, конечно. А тех, которых убили, сварили. И мы их съели. Вот еще. Ну, это окунь. Нет, окуня не было. И камбалы. Камбал тоже не было на обед. Обед очень обильный. Спасибо корейцам. Еще окуньки. Темный окунь, как я понимаю. Занимаемся строительством немножко, облагораживаем Корею. Пагоду какую-то ремонтировали. Зубастая штука. Темный окунь, я не думал, что он зубастый. Что-то я ни разу не заглядывал ему в рот. У нас такие водятся. И мы их ловим и едим с удовольствием причем. Так, а что у нас здесь? Так, ну вот это морские. Что там они у нас тоже водятся в нашем море? Какие-то. О, слушайте, это морем выбрасывает таких. Там у нас в Владивостоке. У меня фотографии и видео даже, по-моему, есть. Так, ну, здесь у нас осьминог сидит, готовится к приему пищи. К сожалению, он не знает, что есть будут его самого. А вот чимбук. Сегодня мы ели этих чимбуков, тут маленькие они. Ну, здесь похожие на мидии ракушки. Вот она Корея, вот он наш чиктан, которым мы сегодня обедали. Нарисована рыбка, но там не только морепродукты. Мясо, пожалуйста, свинина, говядина. Давайте, всем счастливо.